знаю. Локтионов, так что будем делать? Я так и не понял. Покидайте проезжую часть, препятствуйте. Да иди отсюда еще, гуляй, Вася. Слышишь меня? Локтионов, потеряйся отсюда. У вас проблемы? Ты мне их решишь, что ты моих о проблемах спрашиваешь. Что ты можешь решить вообще? Какие проблемы? Я говорю, потеряйся отсюда. А что вы мне грубите, моточек? Что вы хулиганите? Я хулиганил? Вы хулиганите. А ну давай, где я хулиганил? Где вы я хулиганил? Выражаетесь. Где я хулиганил? Где вы хулиганите? Объясняю. Да, объясняю. Вот этими грубыми выражениями в мой адрес вы хулиганите. Какое? Не понял. А что ты мне... Я здесь гуляю вообще. Гуляю? Да. Ну гуляйте, не на проезжей части. Да я на буду сам решать, где мне... 4-4, запрещено. Что ты на меня тут кидаешься? Я не понял, слышишь? Кидаю... Иди зубы почисти, от зубы сорта почисти. Воняет, говорю. Это вам надо посмотреть в зеркало. У кого проблемы с гигиеной? Я люди зубы почистил, говорю, Вася. А тут заволошено немножко лицо. Какое лицо? Какое лицо, чего? Говорю? Да, может, это нормально. Какое нормально? Просто какое лицо заволошенное? А ну, удостоверение сюда свое. Удостоверение сюда, ты. В обгоревшей футболке. Толстый. Давай, говорю, удостоверение сюда свое. Удостоверение, говорю, ты. Ну, это нормально. Я должен... Это нормально вообще? Слышь, заволошенный, говорю. Давай сюда удостоверение. Можем с вами отойти чуть-чуть? Не надо со мной отойти никуда. А почему? Здесь безопасно, потому что вы здесь стоите. Вы здесь стоите? Вы в жилетке? Да, здесь безопасно. Здесь какое-то мероприятие, оградите его, пожалуйста, фишечками. А не какой-то бык непонятный, талалайский. Без ксива. У тебя ксива вообще есть, Локтионов? У тебя ксива есть, говорю. Мы с вами нормально разговариваем. Я нормально разговариваю с тобой. Виталий. Слышь, говорю, толстый, говорю, удостоверение свое покажи. В чем ты меня игнорируешь, я не понял. Слышь, толстый. Хочешь, блин. Его засунуть это.